В Бурятии начали прививать от коронавируса через нос. В поликлиниках появилась новая вакцина-распылитель против COVID-19. Препарат вводят в один носовой проход при вдохе. Перед этим необходимо высморкаться. Вакцинация проводится также гамковидвак, но метод использования другой, интраназальный. Для этого в медицинские организации республики были распределены 30 тысяч специальных насадок-распылителей для проведения данного способа вакцинации. Привиться можно в любой медицинской организации города или республики. При себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт. В течение 30 минут после прививки человека, получившего вакцину, просят оставаться в медицинской организации для предупреждения возможных аллергических реакций.